Друзья, привет! В этом уроке вы узнаете, как красиво нарисовать мультяшного котенка цветными карандашами. Это безгранично милое и очаровательное существо, и я уверена, вы влюбитесь в него с первого взгляда. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые уроки. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Краузе. Трехгранные карандаши Artberry представлены в 12 цветах. В комплекте прилагается точилка. Для начала мы нарисуем большой овал, который будет служить формой для головы котенка. Нарисуем передние лапки. Намечаем форму тела и добавим хвостик. Теперь рисуем задние лапки. Дорисовываем подушечки задних лап. Нарисуем котенку шапку с помпоном. После этого займемся деталями. На этом этапе нам нужно нарисовать две формы для ушей. Нарисуем большие глаза котенку, добавляем в них кружочки для бликов. Рисуем реснички и брови. Добавляем детали на мордочку, нос, рот и язык. Теперь давайте нарисуем пальчики. Рисуем у лапках кружку. Вытираем все ненужные линии. Теперь рисуем разной формы падающие осенние листики вокруг котенка. Вот так легко и просто мы нарисовали эскиз мультяшного котенка. Я надеюсь, у вас не возникло трудностей в рисовании этого милого котика. И мы подошли к финальной стадии. Все, что нам осталось, так это разукрасить котенка цветными карандашами.
ваши комментарии внизу. Всем творческого настроения. До новых уроков. Пока!